Скольжение — это искусство находиться на грани. Дерни ручник, чтобы пустить машину в занос. После этого его можно регулировать газом. Это сочетание скорости, угла и расстояния. Битва состоит из трех раундов. Победителем становится лучше по их результатам. У нас будет возможность... Начинается. Главное здесь скорость, угол и контроль крайней точки. Еще пара секунд. Yeah!
вперед. У нас будет возможность попробовать в дрифте Nissan 370Z. Начинается. Главное здесь скорость, угол и контроль крайней точки. Еще пара секунд. We'll be right back.
сегодняшнем дрифте ты сядешь за руль Nissan Silvia S15. Начинается. Главное здесь скорость, угол и контроль крайней точки. Еще пара секунд. Come on, they can't figure me out and why I run away. Don't know what back, I gotta do.
сегодняшнем дрифте нашей машиной будет Mazda RX-7. Начинается. Главное здесь скорость, угол и контроль крайней точки. Еще пара секунд. Для сегодняшнего дрифта BMW предоставляет нам M3 и E36.
Брэд, конечно, новичок, но не стоит его недооценивать. Он многого добился. Выжимай все, что сможешь. На старт! We'll be right back.
Все машины в гонке будут одинаковыми, поэтому главное сегодня – мастерство пилота. Секунда старта. Здесь все зависит от пилота, так что выложись по полной. Старт, 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 старт! Thank you.
нас 10 секунд до старта. Здесь все зависит от пилота, так что выложись по полной. Старт, 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 старт!